то, что он хочет. Поверь мне, все будет хорошо. Слушай меня. Слушай только мой голос. Хакимом мы разобрались быстро. Вспомни правду. Халиль толкал речь. Это было их время. Время живых отобрать город у мертвых. На передвижной мастерской Халиля мы могли добраться до 25 этажа. Сначала нужно было прорубить себе путь вокруг атриума. Когда мы захватили пост безопасности и вырубили систему Нева, воздушная поддержка Каира смогла приблизиться. Может, у нас и был шанс.
По крайней мере, мы дали шанс людям. И тогда мы отправились за Тейлором. За вами. Пост безопасности был заблокирован. Пришлось пробираться через вентиляцию. Хендрикс проложил путь. Задержка раздражала его, но тогда он уже был сам не свой. Интересно, как ты не заметила, что с ним произошло? Ты не видела? Была ослеплена счастливым невидением? Она установила Неван и перегрев. СВВП египтян вступили бы в бой через несколько минут. А Джон Тейлор? Он был в исправительном центре на 90-м этаже. Просто ждал, хотя он мог бы уйти оттуда в любой момент. Я ждал. Ждал тебя. Иди к черту! В чем дело? Я должен понять,
что заставляет тебя сопротивляться там, где сдались твои друзья. Даже сейчас я не знаю ответа. Всемогущий и всеведущий вовсе не всемогущий и не всеведущий. Ты знаешь, кто я? Можешь понять, что я видел? Миллионы вселенных, где никогда не случилась катастрофа единства, и других, где она произошла. Но вместо отворения врат привела к возникновению иной формы жизни. Я говорю лишь о Земле. Сама мысль о том, что я достиг такого величия не по чине себе смертного, оскорбляет мое достоинство. Хендрикс будто таял на глазах. Ты его сломал. Я его просветил. Я же говорил. Только посмотри на эти ложные воспоминания, которые я создал для тебя. Я стер предсмертные переживания в Эфиопии, добавил себя к твоим воспоминаниям о Рамзесе. Я защитил тебя от того, что гнало за тобой. Я хотел, чтобы ты поняла, что мной движет. Да. Это война с твоей сестрой, Долос. Что ты за бог, если не можешь победить ее без армии рабов? Не смей надо мной насмехаться. Thank you.
И вот он там, Джон Тейлор. 5 лет свелись к одному единственному моменту. И ты замешкалась. Ты могла убить его в ту же секунду, но ты замешкалась. Столько лет бегства от неудачи. И ты не смогла спустить курок. Все, чего ты искала, было пред тобою, а ты остановилась. Что это было? Зачем останавливаться, когда ты так близко? Сочувствие? Сожаление? Нет. Хендрикс. Он пытался урезонить Тейлора, заставить его передумать. На мгновение я видела свет в глазах Хендрикса. Я видела его. Это одно из моих последних воспоминаний до... Ну, до произошедшего. Глядя на то, как Тейлор уходит, вопреки мольбам Хендрикса, я увидела безысходность. Нам не выиграть эту войну. Но ты все равно настояла на своем. Это был мир, созданный нами. Что еще нам было делать? Подойдут поближе. Такие куклы на ниточках. А у тебя есть выбор, Деймос. Ты сам создал этот мир. Thank you.
Прорывался ко второй башне. Нильцы построили аэродром на крыше. Это был его путь к спасению. Египтяне послали подкрепление, когда мы пересекли небесный мост. Когда вы вошли во вторую башню? Снова неполадки. Мой ПНИ. Слушай меня. Слушай только мой голос. Ты можешь довериться мне. Позволь ему победить. Победить Деймоса можно только одним способом. Дай ему победить. Ты гораздо сильнее, чем он думает. Ты еще можешь их спасти. Ты еще можешь спасти их всех.
Хендрикс вытащил нас оттуда. Вторая башня была преисподней. Заброшенная фабрика роботов, забитая сумасшедшими железяками и нежитью. Надо было валить. Должен признать, говорить с тобой сейчас довольно необычно. Даже сейчас ты продолжаешь сопротивляться. Не думаю, что у меня встречались такие люди, как ты. Ты уникальна. Ты дала человечеству возможность бороться. К этому моменту ты знала, что я заманивал тебя, ждал тебя. Мне не нужен был Хендрикс. Мне нужна была ты. Я отвлек его чем-то, а ты пошла за мной. Каково это? Смотреть на него в последний раз. Сейчас с тобой через секунду. Мы знаем, что было дальше. Я покидал Каир, но стало время двигаться дальше. Но я медлил. Тогда ты привлекла все мое внимание. Твое сопротивление. Твое нежелание отказываться от надежды. Я хотел посмотреть,
Из какого теста ты сделана? Мобильная база. Ее можно было сбить только у них двигателя. Мне нужно было что-то помощнее. Ты послал против меня все, что мог. Мобильная база разбилась, и я оказалась заперта на крыше. Я застряла в ловушке. Звала на помощь, но никто не пришел. Я переборол свое любопытство. Ты была просто помехой. Пора было избавить мир от твоего присутствия. А Тейлор был моим орудием, чтобы претворить этот план в жизнь. Ты подняла руку, пытаясь остановить его, урезонить его. Но что-то случилось. Перемена. Он изменился. Как он тогда сказал? Он сказал мне вытащить вас из его головы. Он вырвал свой ПНИ. Ту самую штуку, через которую вы нас контролировали. Что он тебе сказал? Он спросил про Кейн. Каким-то образом он узнал, кто она. Он попросил доверять ей. Не знаю, откуда он узнал.
И затем моя марионетка появилась на сцене. Хендрикс. Он был заражен. Как Тейлор. Как я. Это произошло 5 лет назад в единстве в Сингапуре. Когда мы подключились к Диазу. Я должна была предвидеть, должна была знать. Ты наверняка завладел им с самого начала. Люди. Любители начала и концов. Неудивительно, что вы себя уничтожаете. Так что я подарил тебе гибель. Оставил тебя умирать там. Хендрикс стал моим орудием уничтожения. Твой ангел-хранитель, она не позволила тебе умереть. Она спасла тебя, помогла снова обмануть смерть. Она не дала тебе умереть. Наверное, ты устала. Устала от борьбы, от бегства, от жизни. Каково это? Избежать смерти, когда это все, чего ты хочешь? Что она могла сказать тебе? Делай, как он просит. Дай ему все, что он хочет. Поверь мне, все будет хорошо. Слушай меня. Слушай только мой голос. Что мы направляемся в Цюрих. Остановить Хендрикса. Остановить тебя. Покончить с этим. Человечество изжило себя. Мертвые унаследуют землю. У меня будет армия, и она уничтожит Долос. Малюм станет моим. Твоя жертва последняя, чего я жду. Кровавая жертва. Следуй своему пути. Вспомни свою смерть миг за мигом и обменяй жизнь на нечто более великое. Ты посмел воспротивиться мне, но твое подчинение было всего лишь вопросом времени. Ты склонишься предо мной, так же, как склонились все представители твоего рода. Вернемся в Цюрих и закончим начатое. Мне предстоит развязать войну, а тебе стать свидетелем гибели человечества. Я мчался к единству. Используя Хендрикса как транспорт, оставляя позади хаос. Цюрих был один из немногих оставшихся городов. Силами моей армии нежити и городской робозащиты я разрушил его за считанные часы. Нужно было разделить вас с вашим ангелом-хранителем, Кейн. Она была мне неподвластна. И она не подпускала меня к вам. Но это могло подождать. Я захватил штаб единства, окружив его своей непобедимой ордой. Я ожидал любопытства. Я был в твоей голове, но не мог тебя контролировать. Я хотел... Нет, мне нужно было понять, как это возможно, до того, как открыть врата. Но сначала вам нужно было пройти сквозь мою армию нежити.